Заслуженный тренер России Татьяна Зеленцова в преддверии легкоатлетических стартов своего имени пообщалась с юными амичами. Встреча со знаменитой спортсменкой состоялась 15 февраля. Сначала ребятам рассказали о спортивных победах Татьяны Зеленцовой, а затем она ответила на многочисленные вопросы подрастающих любителей спорта. Вопросов было множество, ребята интересовались семьей спортсменки, просили вспомнить первые соревнования и первые победы. Во сколько лет вы получили первую награду и за что? Я с 4 лет росла в школе-интернат, потому что мама моя работала и сутками, она работала в воинской части, поваром. Мы жили в коммунальной квартире, и соседка наша говорит, ты все время дома одна болтаешься, и меня пристроили в школу-интернат. И вот там, в школе-интернат, конечно, я... В школе-интернат я начала заниматься всеми видами спорта. Я играла в баскетбол, я играла в волейбол, я гимнастикой занималась, а учительница физкультуры, ее муж был тренер по штанге, я и штангой занималась. В общем, мы в нашем маленьком школьном спортивном зале занимались всеми видами спорта. И когда наступали соревнования какие-то, естественно, школа выставляла, и вот так случилось, что где-то я была, наверное, в классе 8-м, были соревнования по легкой атлетике, и меня заявили бежать с барьерами. Ну, я когда пришла на стадион, смотрю, все как-то с одной ноги, все в три шага, там бегают, прыгают, колодки ставят. О, я колодки убрала, они мне мешали, мне все равно было с какой ноги бежать. И так случилось, что был очень сильный ветер, и все те, кто были профессионалы, такие подготовленные, они не смогли бежать в три шага. А мне было все равно, я бежала в 4. И я выиграла вот эти самые первые свои соревнования, первенство города Новороссийска в беге на 80 метров с барьерами. Спрашивали Татьяну Петровну, почему именно бег с барьерами стал главным в жизни легкоатлетки. Она ответила всем, а в конце встречи самым любопытным вручили специальные призы. Рекордсменка мира в качестве спортсменки Татьяна Зеленцова продолжает бить рекорды в качестве тренера и организатора. В нынешнем году соревнования в Омске собрали порядка 1200 спортсменов из 15 регионов страны, что считается наибольшим показателем за годы проведения турнира. Конечно, каждый турнир, вот смотрите, опять уже много рекордов. Ребята, значит, сильнее и сильнее, и растут результаты. Детишки сейчас, особенно младшие возраста, такие акселераты, что просто не поверишь, что они этого года рождения. Ребята выступили в 4 возрастных категориях. В программу входили 4 вида двоеборья, включающие разные дистанции гладкого бега и бега с барьерами. Также болельщики могли наблюдать за командными эстафетами 4 по 200. Не сразу я приехала, выиграла. То есть были моменты, когда я не барьеры бегала, а, допустим, гладкие дистанции, это 60 плюс 200. Вот. А в дальнейшем уже начала на барьеры, и как бы с нарастанием все лучше и лучше каждый год. Я младшая в возрасте, но я надеюсь во всех этапах этих соревнований попасть хотя бы в десятку, шестерку. В этом году в Омске тебе удалось какой-то рекорд установить? Да, я установила свой рекорд личный по барьерному бегу на 60 метров. Для меня это самое важное вообще соревнование в году. Вот. Ну, самые крупные у нас в Барнауле. Нет настолько крупных соревнований. Всего на турнире было разыграно 74 комплекта наград. Кроме того, за абсолютный лучший результат в каждой группе победителям вручали именные кубки Татьяны Зеленцовой. Специальными призами отметили 13 лучших спортсменов в каждом виде программы.